Множество кружков, бассейн, центр робототехники, логопедический класс, возможность подготовки ребят к школе. Детский сад «Колобок», что в микрорайоне Купеленко, один из самых инновационных в Ленинском городском округе. Имеет 3 корпуса, здесь обучается более 1000 детей. Есть даже группа для самых маленьких. Плюс ко всему, опытные, высококвалифицированные воспитатели. Я считаю, что воспитатель – это тот человек, который должен точно любить людей, любить детей прежде всего. И самое главное, что очень много нужно с детьми играть. Конечно, занятия – это здорово, но все занятия у нас проводятся только в игре. А в игре дети все и узнают. Все это помогло «Колобку» выделиться среди других детских садов Подмосковья и стать лучшим в области. Весной учреждение приняло участие в региональном конкурсе и, пройдя несколько этапов, жюри признало его лидером в своей отрасли. Честно, не поверили вначале, когда прислали результат, протокол, и мы смотрим, где же лауреат, мы хоть в какое место-то попали, а вверху самую главную надпись, мы не видим, что там детский сад номер 2 «Колобок», Ленинский городской округ, победитель. И когда мы все увидели, мы все ртали просто от счастья. Параллельно с региональным конкурсом детский сад «Колобок» участвовал во Всероссийском фестивале дошкольного образования. И здесь учреждению улыбнулась удача. Оно вошло в список лауреатов. Награждение состоялось в июне в Санкт-Петербурге. Сотрудники мои в настроении таком находятся, в эйфорическом. Почему? Потому что трудились все, и заслуга моего коллектива, не моя личная. А все мои цели, которые я ставила для себя, как для руководителя, взаимоподдержка, взаимовыручка, все это у нас присутствует в коллективе. Поэтому все сплотились и как бы поставили цель. Хорошо представить свой сад на уровне всероссийском и областном. Но самая высшая награда для коллектива – оценка воспитанников детского сада. Здесь интересно, здесь много игрушек и воспитатели хорошие. Я люблю с друзьями играть в футбол в садике. Я его люблю за то, что там хороший воспитатель, а еще там очень много игрушек и там хорошие кружки. Окрыленный результатом, коллектив «Колобка» намерен продолжать участвовать во всевозможных конкурсах и достигать новых высот. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.